было изготовлено приспособление для вытачивания шаров и любых сферических поверхностей. Значит, это приспособление обеспечивает движение резца по радиусу. Заготовка была предварительно ободрана, чтобы меньше было резать вот этим резцом окончательно. То есть предварительно была ободрана заготовка. Вот получился шар. Осталось только вот это место зачистить. Остальное все обработано за один раз.